Сап, ты почитал? Не. На, хорошо, да. Он жарен. Подождите, не сумуйте, там жарен пошел, мажает. Ну ладно, сейчас вас опарили, все будет нормально. Ну, Сап, я тебе предложил более выгодное предложение. Да, я скорее забью. Ладно, да, вареньку пойду попрошу. Вижу, он Мараксус. Заходи, зали, не все готовы. 300 баллов. 300 баллов, да. Слишком далеко. Зайдите за линию все, мы начинаем уже. Гуляй, Поклонский. Ничем метка. Перебежали. Вы уже в рейд. Ничем метка. Патангра, подними шинану. Черный лимон метка. Перебежали. Уже в рейд. А, Грегор. Подожди, не заходи. Рейд, стойте. Как начнет исчезать, заходи. Все, заходи. Заходи, рейд ждем. Зашли рейд. Конфетка метка. Тангра, метка, заходите. Че Гевара. Пятьдесят 4%. Эника метка.
Бьем пока босса. Метка, выходим в свет. Святой рост. Один метка. Перебежали. Макгрегор метка. Пижон, поднимай как курочка. Спасибо, мне дали рост, свет, босса не бьем. Ну. Перебежали. Его нужно догнать. Бля, ебать ты дурной эйник. Соло метка. Сейчас после лезвия тотем поставлю. Ставлю тотем. Соло метка. Я никак кидаю, только хилом фридом во тьме. Тьма, стопай. Сейчас 70 у нас будет. Что такое? Я думаю, можно падаем. Олег, поначисляешь? Да. Что там, как огурчик и Мадалина, как умерли? Их от метки откинуло или что это было? Мелкий трэш убил. Так от метки или от трэша? Хз, по мне их трэш загрыз. Они молжас, как мне не знает. А какой товар не выбежал с меткой? Да там... Сразу диспейлили метку. А кто диспейлил? ХЗ. А может ты сразу? Ну вроде, блин, мне кажется, он сразу диспейлил. Там как огурчик метка, а манго этот мелкий трэш. Да там как огурчик, а там все, и трэш, и длань жертвенности, и метка. Не кидай лучше длань жертвенности, когда вот на перебежке именно. Там очень много урона от, ну, от капли у нее полученного. А как Никвара какого? Не Никвара. Мне интересно, при чем здесь Вара, если диспелли раньше? Вы видели, какая маленькая метка была? То есть, когда люди опаздывают, его носят там через 5 секунд, только начинают выносить, а метка огромнейшая. Ну, пишут, что ты не выносил метку просто. Да, я же говорю, мне кажется, сразу диспелили, потому что прям... Там и сразу диспелили, ребят. Да. Если бы я долго не отбегал, была бы большая лужа. А там он просто маленькая, из которой все равно тяжело выбежать. Тут еще там падал? Моментально было. На что первой фазе. Там метка очень маленькая была. Это 2-3 стака было. Тоже, да, диспел рано был. Ладно, пускай будет 50 кп. Нормально, пацан, в гильдию за плащом пришел.
Мандолина, что не хватает? Мандолин вообще не вижу. Вот два ранее. Присумонте его. Кикать мандолину? Не знаю, проснулся в два рана, не отвечает. Ну, чек просто отменяет. Мне не говорит в чате ничего. Какая ценность такого игрока, как Мандолина, как вы считаете? 10%. Сука. Что его кикнуть? Смысла таких я не вижу. Дайте баф, помогаем. Давайте уже что-то делать, прошу вас. А кто в тьме диспелить? Deadminded? Начинай по-кумски. Эдвар. И прибежали. Бэкрэль, можешь дальше отходить? Чё ты постоянно урон получаешь? Я отхожу дальше, а мне метка выкидывает. Ну блин, я не знаю, вот смотри, где я стою, и я вот постоянно успеваю кивить, и меня трэш что-то не бьет. И от метки тоже не улетает. Небеса в огне. Жаль. Заходи по-кнопски. Рейд зашли. Макгрегор мед. Заходите, если добили. Заходим? Да-да. Да-да-да, заходите. Альфреда, зайди. Они походу без шамана были. Чё без шамана?
Нет, он был. Поверхность мало дамаги что-то. 50, уже перевели, короче. Бьем пока еще. Азиом метко выходим. Святой рост. Стола метка. Перебежали. Во тьме раздали. Черный лимон. Говорите, когда спеть гимна маму. Дедмайн после лезвия поставил культуру. Хорошо. Свет, стоп, свет, не бьем босса. Ждем трэш. Лужа в рейд, нормально. Ни к чему, выноси метку. Суставы КТ. Черный лимон метка. Бля, хуяный вид. Поворачивай на ретрит, смещаемся. Лужа, нормально. Пижон метка. Альфредес, не бей трэш. Пижон подними в ворлда. Босса не бьем, трэш добиваем все. Перебежали. Сколько еще таких героев? Падаем. Не падаем. Ну давайте пробуйте, пробуйте добивать, пробуйте добивать. Трэш напуливайте, добивайте. Дайте гины на хп свету быстрее. Трэш не бейте. Бейте Халеона. У босса, босса тут. Там танки прожмитесь, а очень прожмитесь. Поэтому ну, трэш забрал, попробую побегать. Да. Тупо босса пытаемся. Давай, давай. Падаем. А чего там дохнуть, да ничего случилось? Войт умер. Че его хуёво хилит, может давай я по свету похилю? Давай. А че мы упали у нас? Мы второй раз, но отхилился и хер на него, мы могли бы еще раз попробовать. У нас весь свет уже мертвый был. Тка, и он отхилился до двух лямов. Ну там моему войду сначала 26к прилетело, потом его откинули, ну отхилили на 16, следующая тычка 30, прохил дальше, тыща земли 4к и последняя добивная 34к. Тебя за 4 секунды один раз только хильнули. Сейчас, короче, давайте это свет похилю, черный лимон пустьму. АФК 2 минуты. Не, минуты. Шманова не хилит, только орехи и быстрена и все. На перебежке было. Кралька, ты клятву прожимала?
Чего у тебя 6к частиц света? Ты вспышкой что ли хилишь? У тебя частица света по воиду 6000 от хила. Ну, в деталях смерти. То есть либо ты под клятвой была, либо вспышкой хилила. А, на перебежке. Под проком, да? Ладно. Лимон, давай сейчас возьми похилишь конфетка свет. Стоим. Ваня, варенька. Сейчас. Все готов. А мы тут отошел уже самогон. Да я тут. Ай, по-плоски. Маг просит интуи. Метка. Перебежали. Заходи по-конски. Рейд зашли. Заходите. Коварзинетка. Напоминаю, черный лимон остается во тьме, конфетка выходит в свет. Альфреда с меткой. 53%. Пьем пока босса. Мараксус метка. Выходим в свет. Святой рост. Конфетка мид. Небеса,
перебежали. ГЦ еще мана. Дурак, блядь. Рост во тьме дайте. Дайте рост во тьме. Уфорл, метка. Пижон, подними его. 2 минуты, брат. Тогда я не поднимаем его. Я поднял, конечно. Да не надо было. Вдруг сейчас понадобится. А он еще, блядь, не встает. Ну заебись просто. Свет не бейте, свет стоп. Прям. Сколько еще таких героев? Сколько еще? Че, мы ложимся? Да. Че там? Как упал умер на БДК? Это бред какой-то. Теперь можно танков менять местами. Он, по идее, не должен умереть был. Варзин Острай пишет. Дайте секунду, я отключусь на буквально на минуту. На ком метка последняя была? Цвету. На мне. Вот, вот у меня было. А, вон вниз, сейчас. Самогон, чё не хилил тогда? Что? Не хилил Войда. Да хуй он вроде хилил, блядь. Ну, покажите детали смерти, может ему зря кинул ГП. Войду, что ли? Ладно, может надо было кинуть, а не ему. Сейчас. Все правильно, Войн Гурс. А ну, там был спорный вопрос. Ну да, тут по нему не было. Ну как? Частица света Войд Хилл 5900. Блядь, да как так можно, блин, я не знаю. Кралька. Точно клятву не прожимала? Мы ж уже перебежали, мы стояли уже. Ты должна свет тупо спамить. Она умерла. Ее откинула, по-моему, да? Да. Конфетка. Не хилил, да? Ну, давай тоже не так. Плавящий огонь и дыхание, да. А вспышку юзаю через того, кто... На ком метка была? То есть его же кот. Кто диспелит свет? Тут дипка. Давайте так, короче, в свету добегаем до самой стены, останавливаемся, разворачиваемся. Вот именно вот, чтобы вы уперлись аж в эту стену. И потом мы диспелить будем. Ну, там так и было. Там типа оффраут, он прям в стену уперся и, по-моему, даже сам себя диспелил. Да как тогда крольку откидывает?
Ну, Кралька, может, стояла в головой, столько хвосту ближе. Ну, я не знаю, но все, кто относит метку, я когда убегаю за, ну, чуть подальше за трэш, они чуть-чуть отбегают от меня и дисплеятся. А в первом или в каком-то там трае Макгрегор прямо вот перед мордой моей дисплеился, я там отлетела, сдохла, потому что меня трэш убил. На этом трае я не знаю кто, но все равно у меня тоже это дело, потому что там мало пространства. Либо, может, я не знаю, я когда отхожу к хвосту, когда после перебежки, трэш бежит сразу на меня, чуть-чуть сбоку, не через рейд. Я не знаю уже, ну что, как мне стоять. Ты знаешь, как делаешь? Когда метку выносят, ты отскакивай немного от нее и все. Слушай, позади зайду, повайпаю с хулипала вас. Что? Заходи на приста. Вот я вам скажу так. Я не знаю, как Войт дефается, но я когда хилю, я с черным лимоном хилила, но был когда другой танк, мне намного проще было. Джерина тоже вообще почти не пробивает. То есть я спокойно стою. Но Войта всегда пробивает. Я не знаю, когда он дефается. Не знаю. Давай как соберемся, и мы в ВРК побеседуем на эту тему. Потому что я по видео смотрел, ты абсолютно неправильно прожимаешься. Давай, сейчас я зайду его похилю, посмотрю что-то. Сейчас мы уже просто поклонского света славу возьму. Да не, я не думаю. Так парадика довешать, давай сейчас так сделаем, но один раз, если нет, то зайдешь на хэпала, что хэпала вешать? Да, три хэпала. Я не думаю, что мы еще что-то соберем здесь. Я что же сомневаюсь еще. Че, одно раз? Ну, думаю, хватит на это КД за эту неделю, вполне, как вы считаете? Ну просто с таким отношением, вот как у Шанана этого, я не знаю, блин. И Жоуна-то тоже, блин. Да Шанан, ты падаешь в лужах, ставишь тотем, который не надо ставить. Тупо падаешь по своей вине и пишешь нам предъявы. Слава, а что пижон-то не то? Какой Слава? Блин, кто сказал-то пижон? Олег. Я про тебя сейчас ничего не говорил, про Шанана. Блин, кто сказал, вот, пижон тут сейчас не то, ну что я тут не то? То портал ты не можешь юзать, то еще что-то у тебя. Это было в начале, сейчас я косячил последние три вайпа или что? В прошлом или в позапрошлом трае ты умирал? В прошлом и позапрошлом я не умирал, я бы эрил. Можешь посмотреть по смертям просто тупо и все? Давайте уже убивать, пожалуйста! У самогона течка началась? Да нет, я заебался стоять, слушайте, это говно, просто стоять и стоять, блядь. Погнали. Что, мы идем или нет? Да. Сейчас я тоже повайпаю здесь и пойду спать. Сейчас я гнал. Начинай, Поклонский. Сейчас я на глаз сравню, какой-то пробивает чисто по памяти. Да он сейчас будет дефаться нормально, потому что я когда хилю его, на 5-м трае только его не так сильно пробивает. Спустя там 4 трая. Пожалуйста, потише. Пушка болит уже. В тот раз я, короче, специально не дефался, чтобы ренивалу ГП дали, и потом, короче, Варенька зашел на холи пал, я специально дефаться начал, и Варенька захилил сразу убил. Это просто ну, слава мой дела. Я, короче, не могу бить трэш и напуливать. Ну, напулил, что смог. Да я понял, тут просто лужа разрезал. Тангра поднимает Шанана. Пижон поднимай кокосину. Там на Шанане сейчас его друг дружбан сидит, поэтому. Перебежали. Потом чё Шанан, да? Лужа в рейд.
Ну, слава, ну. В Украине. Это пиздец, говно. Заценил мостаун. Димов, встань. Встать сможешь? Падаем. Заходим в лужу, быстро умираем. Она еще за. Дать ему заходить, вот, не знаю. Что он, короче, зайдет на свой вчера, офигеть, не буду спойлера. Где назад было 500 ГП. Бибоп, я, короче, ГП на Сидера получаю. «54 онлайн, час 44, мы сидим в РС». Это пиздец, ребята. Это просто пиздец. У меня просто есть с чем сравнивать. Вчера такой зашел, там был, ну просто блядский рейд. И меня псих попросил помочь, там пиздец, дамага нет, нихуя нет. Големы почти третий падают, но там все равно убили. А это просто пиздец. Так, тут не в ДПСе дело. Так я знаю, что не в ДПСе, а в, ну, я говорю, что типа, что там было до берсы, там оставлялась херня. Такое убийство было пиздатое. Но я там рога пиздато надамажил, скрин сохранил. Черный лимон, как ты умер. Ну, там не ее вина, там вина славы, но черный лимон, ну, вы тоже должны позиционировать. Весь мелкий трэш побежал на БДК с большими. Они получили стаки. Сейчас они бегут все в рейд. И ты стояла на пути их. Это, конечно, вина Войда в этом сейчас была, но черный лимон тут тоже была виновата. Ты не должна была там стоять. Думайте, пожалуйста, головой. Или вы не хотите убивать это РС? Можем разойтись просто, если вам это не надо. Доживу до еще до третьей фазы, посмотрим, что там будет. Вы вот за хилов, когда играете, смотрите, откуда бежит основная пачка. Вы сначала можете стоять в рейде. Первая пачка, она обычно первая пачка это 3, там 4 максимум моба, 2 там. То есть они не страшные, вы можете стоять в рейде. Но потом смотрите, откуда бежит основная масса мелкого трэша. И просто убегаете, вот чтобы вы, чтобы между этой пачкой и вами был весь рейд. Потому что мелкий трэш не пробежит через рейд и не убьет вас. Просто я смотрю тоже, как Осина. Она убежит сразу в сторону, стоит в стороне, и трэш просто мимо рейда пробежит, ну, бежит на нее. Вы должны сами за этим следить. Так, давай, вот смотри, я хилику за ШП взял, или кем ему зайти лучше? Вот так, чекачок зайдет, пропало, мое на вару зайдет. А, вместо вару. Макгрегор, ты понял? Что понял? Ну, посмотри внимательно. Давайте бафы. Давай. Сумманить. Есть на вас кто? Да Слава, перестань это писать, ну не, блять, ну... Не спасет третий хил от тупизма. Что-то там тебе про четвертого рога еще не писал. Чтобы вы понимали, не писал, чтобы вы понимали, он мне вот последний трайв 5 вот строчит после каждого вайпа по 10-20 раз в ПМ, типа третьего хила, там рогу нужно, то еще, рассказывает мне что-то, Слава, я это не читаю. Короче, ладно, у нас проблема, конечно, из-за танков или из-за хилов. Сейчас посмотрим, что будет на третьей фазе. Крест, знаете, по крестам. Каску сбили. Хилик, вы готов? Сейчас. Олег, дай крест. Сам.
Начинай по поиску. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть... Слава, нахуя ты ему наяриваешь? Как осень миг. Перебежали. Беги, малышка, беги. Будет метка. Она метка. Перебежали. Мы уже в рейде. Джерри, он метка. Поклонский, заходи. Ходите, если посмеете. Добивай мелкие, заходим. Хилы, заходите восьмым. Если ты похилишь через частицу, хил через меня, я тоже побью. Я вообще-то каплю кинул. Ну ладно. Надо. Капля никотина убивает лошадь, а мы не можем убить полевого. Метка, заходите. Так вот, твой дей убивает. Квоит гусь, его на куски просто разорвет. Хочешь раньше свет танчил или нет? Там все танчил. Ну его в основном во тьму всегда отправляли. Он там стрим на ютубе ведет, типа ему там просмотры нужны, типа как краки вайпаются в РС. В смысле стрим? Может стрём? Не знаю, или стрим, или стрём. 53%. Мы сделаем метку, выходим в свет. Да, я что-то на портал тыкаю, не тыкается, не могу в свет зайти. Просто там. Обоссаться. Нет, на шутка неплохая. Перебежали. Герой. По тьме дали рост, да. Какой сильный метка. Перебежали. Свет не бьем босса. Свет босса не бьем. Лужа, две лужи в рейд. Сейчас сольется. Джерри, он живи! Фух. Значит, ебать его там домагнуло. Дудутит метка.
и добежали. Уже в рейде. Босса не бьем, добиваем трэш и ждем 50% свет. Шанан метка. После перебежки тотем поставлю. Могу. Все, стоим, ждем. Все, бьем босса, перебежали. Так, смотрим тотем. Сейчас лужу. Нормально. Подолгим. Свет только трэш бейте. На хп нам. Берем трэш свет. Соло метка. Перебежали, добиваем босса. Лагать ничего нет? Не-не-не, все, прожались, напуливаем трэш и добиваем босса. Что-то свой такой, оп. Вся проблема была в кральке, отвечаю. Да не. Ну нормально, хилит. Ты отроби. О, хорошо. Все КП форманули сейчас, Ивы. Да, отзвони. Спасибо. Ну это того стоило. Нихуя, я 100 гп получил из-за Вани.